Ну и всем привет, с вами Робин. И сегодня мы посмотрим на замечательный полибэжик под артикулом 30535. Это у нас полибэг по Лего Ниндзяго, Огненный Дракон Кая. Вот так вот он выглядит, в нем 54 детальки и год выпуска его 2019. Ну что ж, погнали смотреть его. Ну и первая мини-фигурка данного сета — это у нас Кай. Кай у нас довольно обычный, потому что у него маска из Легаси, а сам торсик из 8 сезона. Скорее всего, у любителей Лего Ниндзяго уже есть такой торсик и такая маска. Поэтому эта мини-фигурка хоть и эксклюзивна, но не очень, как бы... Это просто собрали из остатков 8 и Легаси. То есть мини-фигурка здесь средненькая. Под маской у нас выражение Кая такое вот грубое и веселое. Из аксессуаров у него есть катана, и в запасных деталях еще остался вот такой вот сюрикен. Вот он. Ну и давайте же посмотрим на самого дракончика. Ну и вы посмотрите на этого шикарного дракончика. Вы посмотрите на эту шикарную постройку, на проработку головы, проработку крыльев. Даже хвостик сделали огненный. В общем, дракончик очень клевый. Кстати, совсем забыл сказать, что вот тут вы сейчас можете видеть саму сборку данного сета. Дракон очень годный, в нем есть очень много шарниров вот таких вот. Они понадобятся для постройки любых роботов, мехов и вот всего такого. Для этого сет очень клевый. Вот, как бы сет очень клевый. У него проработка головы, глазок. Тут сюрикен. В общем, ой, нет, извиняюсь, Сай. Очень клевый сет. Мне он понравился, и давайте же подведем итоги. Ну и стоит ли брать этот сет или нет? Я думаю, да. Потому что за... Ну, я его лично брал за 200 рублей, и за 200 рублей его можно найти в интернете, в магазинах. И за 200 рублей это просто шикарный набор. Даже не полибэк, а именно набор. Потому что раньше в годах так... 2012-2011 это мог быть простой набор. То есть деталей здесь достаточно, и постройка здесь достойная. Мини-фигурка есть. То есть этот комплект, точнее этот полибэк, укомплектован полностью. Помните, на моем канале выходил обзор на Samurai X? Мини-мех Samurai X. Вот там не хватало чего-то. То есть это был шикарный комплект, но там не хватало. Тут есть и фигурка, и постройка, и изобилие шарниров. То есть этот полибэк очень хороший. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте вот такие вот лайки, и всем пока.